Утром из Луганской обладминистрации выводят сотрудников. Входные двери забивают гвоздями. Я так понимаю, всех эвакуируют из здания и никого не впускают? Ни одного управления уже здесь нет. А сколько людей с автоматами у вас внутри сейчас? А зачем вам? Просто интересно, готовы ли вы отразить штурм? Разрешите, я ничего не могу сказать по этому. Разрешите пройти. Ни в милиции, ни в прокуратуре ситуацию не комментируют. Хотя уже к обеду обстановка в городе явно накаляется. К часу дня к Луганской облгосадминистрации пришли митингующие из-под здания СБУ. Хотели встретиться с губернатором и передать ему свои требования, главное из которых – признать Луганскую область независимой от киевской власти. Что делать с независимостью дальше, протестующие представляют слабо. Во всяком случае, объяснить на камеру не могут. Но хотят, чтобы их требование прозвучало в телеэфире на всю страну. Обращение на ТВ Украины и России должно прозвучать 16.04.14. В случае, если не будут удовлетворены наши требования, мы не гарантируем ничего. Управление СБУ протестующие продолжают держать в осаде. Перед зданием на площади митинг, расположенная в 300 метрах школа, не работает. На сегодняшний день, конечно, волнение и тревога родителей большая. У нас сегодня ни одного ребенка не привели. Мы для них организовываем учебный процесс дистанционно. Выйти защищать школы и админздания от радикалов готовятся луганские евромайдановцы. Обещают в ближайшее время собрать 300 самообороны. Из Луганска Игорь Крымов, Сергей Мос, Александр Махов и Виктор Белогорцев. События. Канал Украина.